Поликлиника в Пойковском готова на 41%. Открытие нового медучреждения ждут все жители Нефтеюганского района. Здесь разместятся детская и взрослая стоматологии, женская консультация, дневной стационар на 35 коек, лечебный, массажный и физиотерапевтический кабинеты. В смену будут обслуживать до 500 человек. Стоит отметить, что поликлиника в Пойковском – часть федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», который стартовал в 2022 году. Сейчас ведутся работы как снаружи, так и внутри здания. На стройке трудятся более 70 специалистов. Инженеры, монолитчики, монтажники, кровельщики и отделочники. Возведение монолитного каркаса завершено на 70%. Идет устройство кровли, монтаж витражных конструкций, подготовка наружных колец под облицовку, а также установка окон. По словам специалистов, работы по строительству поликлиники идут ударными темпами и с опережением графика. Срок сдачи объекта – декабрь 2025 года. Мы параллельно